Ну вы поняли, да, ребята, что-то намечается. Салямс, ребятушки, как вы уже поняли, намечается что-то интересное. Продолжение прошлых покатушек. Мы в прошлый раз не взяли маршрут, через лес не прошли полностью. Решили в этот раз пройти. Народу, сами видите, навалом. Ильнар, мы еще даже не приехали, ты уже сломался, что ли? Ну, блядь, даже шнива, блядь! Он же всегда победит. В Чикарск не раз мы ехали, блядь, че? А мне вообще не хотело ехать. Карбюратор наебнулся. Все, пошла движуха. Потихонечку выдвигаемся. Сегодня напросились к Алмазу. Алмаз, что ты ждешь от сегодняшнего дня? От какого дня? От сегодняшнего. А что мы планируем? Мы планируем вроде бы как бы туда прямо ехать. Приехать живыми и здоровыми, самое главное. Ну нет, это... Платин еще и целыми. Ну, это в плане машины, да? Да, это в плане машины. Песня петь, едем, едем в соседнее село на дискотеку. Небольшой привальчик, опять поломались. Чем больше машин, тем больше шансов, что кто-то поломается. Так всегда уж бывает. Не надо, просто не надо. Такая водичка чистенькая. Бегемота мыть будем. Стой, подожди, это надо снять. Его не надо уговаривать. Я сразу сказал, он поедет без остановки. Поплыл, не глядя. Тут как будто глубже стало, здесь, по-моему, меньше было. Мофик решился. Ему будет там чуть-чуть посложнее. Все. Нет, не заглох, я думал заглох. Приплыл. А штурман выручай, да? Мне кажется, глубже стало, по-моему, не так глубоко было. А вот там надо там, похоже, мужики угорают, да, такие? Что происходит, не понимают. Воды там, походу, троих. Троих, да? Воды там. Все. Сейчас распердится, поедет. Обратно все равно надо ехать. Что, похоже, требуется эвакуация. Снимается с соревнований.
Но тем временем ремонт продолжается. Пивай, сколько лежишь там? Делать еще что-то там ковыряет, блядь. Мы тебя сразу спалили, блядь. Ой, что-то прокручиваешь. Я-то без шторки лихули. Наш, до домика-то доедешь, нет? Там можно чуть подольше поремонтироваться. А Наш, толкни его. Кого? Что, в деревню Ниву отвезли, продали? Да, продали. А мы себя я курю, блядь, заебал. Все, приводил. Все, едем дальше. Для наших зрителей. Ну что могу сказать? Неплохо. Долго стоим. Давайте грязи побольше. Сейчас будет грязь. Мы застряли тут половину. Обещали, да, скажи всего. Что-то пока полем, где лес. Постояли и резко все сорвались. Надо успеть. Чтобы покатушки по лайту не проходили, мы решили небольшую подлость устроить. Ну, вот это его идея. Мы сейчас машины тут перекрыли дорогу. Им по-любому всем придется сюда лезть. Ну, или слушать мат в твою сторону. Как ты относишься к мату? А я скажу, что я сломался. Вот, смотри, точка. Можно брать. Бери. Зачем? А я не буду там снимать. В общем, там все застряли, похоже. Мы что-то далеко от всех вырвались. Пойдем глянем. Прогуляемся, так сказать. По осеннему лесу, да, ветерка, ничего, погода прям шепчет. Фарид, я знаю, ты специально застрял, чтобы лебедку в очередной раз испытать. Ну да. Не просто так же ее установил. О, красава. О, блин, вот эта грязица пошла. Опять я домой чистый, не приеду. Самые смелые по колее идут. Буханчик. Так, вальяжненько. Вообще без напряга. Вальяжненько. С комфортом. Так и уснуть за рулем можно. Эвакуатор свою дорогу делает. Ломая лес. Почти. Вот столько не хватило на донышке. Ильнар, как заколебали эти УАЗы, да? О, не едут и все.
Одни проблемы с ними. Так. Ильнар, до города его прям. Не останавливаясь. Блин, тут, конечно, интересно, но пора бежать туда, где мы ловушку подстроили. Ух ты, блин, тут грязь. Теперь твоя очередь просить помощи. Так, ну-ка, блин, руки не включаются. Помоги! Ладно, прошел. Так, сейчас следующий не его стандарт. Но он, наверное, здесь проедет. На стандарте тут не вариант, наверное, нырять. Небольшое испытание, но... Что это? Что это? Он похож только на заднем приводе, что ли? А что у тебя только задний привод работает, что ли? У тебя передний не работает. В смысле? Ну, передний не крутится. Да? Или крутится то колесо? Ну-ка. Давай. Чувак, гранату порвал. А на заднем приводе, наверное, здесь далеко не уедешь. Для такой техники это легко, не напрягаясь. Чистый сегодня домой никто не вернется, это точно. А нифига себе, смотри, что я такое увидел, окушку. Только сейчас увидел. Ребята, поставьте лайк только вот за это. Малыш. Малыш на драйве. Такая. Окушная котлета. Там, похоже, еще кто-то поломался. Дон пробили. Красавчики. Скорее всего, по полю пока летели. От земли отрывались чуть-чуть. Ну вот будете останавливаться, добавлять масло. Сейчас чопик забьем. Их начало леса только. Многие уже задумываются домой ехать. Вот такая вот обстановочка. Памс. Вот, нет, не покажет, покажет. Не покажет, извините. Она в колею зашла. Зачем ты в колею-то вылезла? Нормально зашла? Нормально зашла, блин. Взяла в колею, вылетела. Ты давай их не до туда, а сразу до города вези. Так, по-моему, быстрее получится. Зацепили паровоз. Две машины, третья. На третью не хватило динамики.
Че, Стас, тебя в паровозик не взяли, да? Твоего вагона не оказалось в конце поезда. А Суза чья там? Женек, ты сегодня Кулибин на окушке. Расскажи о своем проекте. Обычная окушка, двигатель родной стоит, раздатка от Нивы. Сзади мост классика, а динамо есть? Спереди редуктор от Нивы стоит. Поставим лайк Кулибину. Еще только начало леса, а уже столько времени потеряли. Мне сегодня на работу, ой, как нельзя опаздывать. А все к этому и идет. Давай рассказывай, как ты умудрился разбортироваться. На ровном месте, на асфальте практически. Да не, там так задумал, это колея долбанная. Из-за колеи получилось. Эй, Джек, сила! Домкрат могила. Ага, давай за коньком. Бух! Блять! Ну, у многих уже желание домой уехать, пока не поздно появилось. Начинает разъезжаться потихонечку. Ты что точку ломаешь? 47-ю? А я думаю, что я уже. Этот, бери точку кудрявая, пока я стою. Все, точка взята. Едем дальше. О, Санек, любимое занятие! Не торопись, она медленная. Бегемот, как всегда, свою дорогу делает. Все ломается, все трещит. А, блин, как это страшно со стороны смотрится. Бля, у меня ветки ушатает. А, чуть не ушатало. А, за что это так? Ух ты, ох ты, ой, блин. Наш раненый УАЗик, пробитый. Наша экспедиция потихонечку продвигается. Без тебя не едет, да? Без меня не едет, да? Сажает. Алга. Жесть. На протяжении всего пути Нива таскает у вас. Нива-коротыш, УАЗ длинная, да. Геометрическая проходимость кузова. Ну да, да, да. Минус там, 50%. Чуть-чуть не хватило. Тяжелая дура. Ты снимаешь, как мы стоим и ждем Ниву? Да. Сломалась Нива, и УАЗы готовы ехать дальше. Перекур. Мы из-за этого, как сказать, за этот маршрут мы приехали в половину.
И то мы даже грязи не было. Не видели. Вот вторая Нива сломалась. Третьего это тащит. Это потому что через асфальт по городу потом проехали. Пробил УАЗ. Короче, мы не доедем даже до шашлыков, блядь. Плюс обратно. Ну вот. Да, знаете, да, здесь. А что вы делаете-то сейчас? Чего не вытаскиваете палку? Кому же уехал? Не может. Почему? Уперлась? Да. Ну, я вот как будто один беру. Как раз оператор нужен. Спасибо за пирожки. Нек, скажи, один окурик только нормально ездит, да? Остальные вообще пузатеры сплошные.